Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня у нас очередное видео с обзором товаров. И я вам расскажу о революционной кормушке «Паук» от компании «Потап». И проведем сравнение ее с другими кормушками, которые я пользуюсь во время рыбалки. Если вы спортсмен-рыболов, то можете сразу переключаться на другое видео и не тратить свое время. А если вы такой же любитель рыбалки, как и я, садитесь поудобнее, поближе. Для вас куча полезной информации. Почему кормушка «Паук» не является спортивной, если с таковой сравнивать? Ну, во-первых, заполняется она не за долю секунды, заполняется она через заднюю крышку. И для того, чтобы ее заполнить быстро, нужно еще потренироваться и приноровиться. И вымывается она также не сразу, как спортивная. То есть у нее по всей окружности есть каркас, и поэтому, чтобы вымылось, необходимо время. Поэтому, друзья, кормушку спортивную мы со сравнения убираем и будем сравнивать новую кормушку «Паук» со старой кормушкой «Потап». После того, как единожды рыбак ловил с применением этой кормушки на горох, на другую он уже ловить не хотел. Поэтому из полок магазинов их сразу же разметали. Это подтверждено тысячами позитивных отзывов, которые я слышал сам на Днестре. За что рыбакам она так понравилась? За дозированную проточность, друзья. А что такое дозированная проточность? Это когда горох, именно для нее была создана эта кормушка, в перемешку с прикормкой вымывается дозированно. Не сразу, как вот с этой кормушки, а дозированно. Она с прикормкой и с горохом будет стоять около 5-6 минут. Смотря какую пропорцию сделать гороха с прикормкой. Если сделать, например, один к одному, то примерно около 6 минут. Вот поэтому эта кормушка и является любительской. Сравнивать тут есть что, друзья. Потому как кормушка «Паук» была создана с учетом недостатков кормушки «Потап». Ну, во-первых, друзья, кормушка «Паук» сферической формы. Она по сравнению с громоздкостью параллелепипеда «Потапа» намного лучше держится на течении. Даже при дальности заброса 30 метров на среднем течении «Потапа» уже сносит из-за большой парусности. И я, честно говоря, удивился изобретательности наших любителей рыбной ловли, когда в одной из рыбалок вытащил вот такую старую кормушку «Потап». Посмотрите, друзья, увеличили ее вес, поставили грунтозацепы, вы видите? И, видать, это зацепилось за бровку, и я ее уже вытащил, когда она там пролежала энное количество времени. Кстати, о грунтозацепах. У кормушки «Паук» они изначально уже есть, небольшие, но есть. Значит, она лучше будет держать дно. Во-вторых, друзья, давайте посмотрим на физику процесса на дне, после приводнения. Разберем сначала с кормушкой «Потап». Итак, после приводнения, если рыбак находится здесь и течение перпендикулярно, уходит вправо. Значит, если рыбак использует леску там, или шнур, неважно, шнур начинает парусить. И чем больше диаметр шнура, тем больше парусность. Эта парусность начинает действовать на кормушку, и кормушку начинает, вот она, парусность начинает разворачивать. После того, как кормушка была развернута, течение действует на прикормку с горохом, который находится в кормушке, и он просто вываливается с этой кормушки. И после того, когда корм вывалился, кормушка из этого становится легче, и ее начинает нести вниз по течению. Если рыбак использует несколько рядом стоящих удилищ, то это неминуемо приводит к чему? Правильно, перепутыванию их снастей. Так, теперь посмотрим на кормушку «Паук». Повторюсь, из-за грунта зацепов и своей сферической формы она уже изначально будет устойчивее стоять на дне. И если ее начинает парусить, и начинает она поворачиваться, то из-за того, что у нее каркас этот находится по всей окружности, горох с прикормкой сразу не вывалится. А значит, дозированная проточность в ней эффективнее, чем у «Потапа». В-третьих, друзья, она за счет своей формы и плоского дна лучше выходит из воды и глиссирует по поверхности воды. А значит, меньше будет зацепов за бровку и меньше будет обрывов оснастки. А все же это стоит и времени, и нервов, и денег. Кстати, о деньгах, друзья. И это в-четвертых. Эта кормушка стоит на треть меньше, чем «Потап». Поэтому я думаю, что стоит попробовать эту кормушку в своих рыбалках, пока она еще есть в нашем магазине klyova.com.ua. Друзья, в следующем видео я покажу вам оснастку, которую я вяжу вместе с кормушкой «Потап». Если это видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва». Ну, а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.